Сэр, отдайте оружие и следуйте за мной. Спасибо. Я сам найду дорогу. Не нужно некрасивых сцен, мистер Майлз. Тогда пропустите. Обезвредить объект. Где мой отец? Ты его скоро увидишь. А теперь будь хорошим мальчиком, сдайся охране. Дальше придется лезть самому. Ничего, я знаю.
Отдай яблоко. Давай по-хорошему. Тебе некуда идти. А у меня пушка. Кстати говоря, на дворе 21 век, а у тебя до сих пор из защиты один ножичек? Глупо. Ладно, Дезмонд. Игре конец. Не сейчас! Не сейчас! Меня еще ждет работа! Нет! Убирайся! Это еще что? Что за хрень тут творится? Видишь. На пятом. Кабинет Видика прямо. Ты убил его. Дэниел был мне как сын. Но он подавал надежды. Он пользовался таким мастерством. А ты забрал его у меня. Ура! Как явно. Как плюс. Мы хотим спасти мир, Дэвид. От самого себя. А ты ставишь палки в колеса. Весь наш труд погиб. Ты и она. Где вы там? Били себе голову, это мы зло, мы держим неправильно. Мы обогащаем жизнь, храним и преобразуем. А ты только забираешь, забираешь чужое.
отец? Не так быстро, мистер Майлз. Если вы не поняли, огнем управляю я. Отдай мне яблоко. Хочешь? Супер. Получи. Стой! Нет! Ты не должен был приходить сюда. Ты рискнул всем. Ради чего? Чтобы спасти своего отца? Ага. Я бы подключил источник перед тем, как лезть в анимус. Но выбирать тебе. Здравствуй. Эй. А если убить Видика, поможет? Вряд ли. Да, он создал анимус, но технология у них уже десятки лет. Ему легко найдется замена. А Кросс? Он был неуправляем. Вряд ли о нем там горюют. Думаю, он был больше символом, чем средством. Хм. Прости, не хотел обесценивать то, что ты сделал. Но пара смертей тамплиеров не остановит. Нужно большее. Видик помещал тебя в анимус, когда ты был в Абстерге? Они могли просмотреть твою память, проследить тебя. О, они пытались, но я им упорно мешал. Можно ведь сопротивляться, скрыть передачу, отказаться двигаться. Они бы все равно своего добились. Но ушло бы несколько недель. Видик как-то грозил ввести меня в кому. Ты стал бы податливее, но без носителя ничего не выйдет. Они работали над экстракцией. Чтобы в воспоминания входил другой. Может, сейчас они роются в моей памяти. Может, найдут нас. Не знаю. Но я знаю, что нам нужно открыть дверь. Да. Пожалуй, полезу обратно в анимус. Слушай, когда все закончится, ну, если все получится, я думал, может, ну, вернусь домой. Очень надеюсь. Мы почти у цели. Надо было попросить тебя взломать сервера Абстерга, пока ты там был. Пара жучков в нужных местах, и мы бы купались в информации. У нас есть все, что нужно. Да, кроме ключа. Мы близко. Почем знаешь? Просто знаю. Я тут покопался. Тут есть машины, которые делают, ну, манну. Как у магов или как в Библии? А ты как думаешь? Как в Библии, понятно. Для греков это амброзия. В Индии – амрита или сома. В разных культурах мира говорится о божественной пище. Правда, вкус у нее не божественный. Ты съел что-то из машины, которой 75 тысяч лет? И выжил, между прочим. Ну и? На что оно похоже? Картон. На вкус чистый картон. Уж не амброзия точно.
Правда, может, предтечи просто по-другому воспринимали вкус? Может, овкуснитель сломался? Овкуснитель? Умеешь ты обращаться со словами, Ребекка. Снаружи дела плохи. Что там такое? За последние полмесяца вспышки на солнце все сильнее каждый день. Старые спутники начали барахлить. Слышал, с международных космических станций отзывают экипаж. Наземные энергостанции и трансформаторы закрывают щитами. Не то чтобы это было важно. Дело-то серьезнее. Мы видели, что будет на самом деле. Объяснишь? Слушай, я не физик, но тут что-то завязано на геомагнитное поле Земли. Вспышки и выбросы массы его нарушают. Начинается сейсмическая активность. Пробовал спросить тех, кто в этом сечет, но они говорят, это чушь. Я их не виню. Звучит нелепо. Но правда. Давай-ка закончим с Коннором. Существовали костюмы, щиты, но их не хватало. Не на всех. Мы решили измениться сами, чтобы выжить в мире, ставшем смертельным. Аида вызвался первым из добровольцев. Аида, мой муж, моя любовь. Опыт изменил его. Разрушен. Он стал заложником машин. Тело могло выжить, но разум его стал хрупок. Он умолял о смерти. Дни, недели, месяцы. Я просила дать нам время найти другой способ. Другого не было. Ни для него, ни для нас. Электрических импульсов. А тело — контейнер для этих искр. Но оно слабо. Со временем оно изнашивается, разрывается в пыль. А если попробовать заменить его? Боль.
более сильным, совершенным. Мы создали новый сосуд, способный выдержать. Войти оказалось просто. А выйти нужно было нечто большее, нечто дурное. Этот проект тоже бросили. Но я сомневалась, стоило ли когда все закончится, будет много времени на разговоры, а пока за работу. Слушай, Дезмонд, а объект 16... Его звали Клей. Прости, Клей не говорил, что Вашингтон тамплиер? Нет, он дал понять, что Вашингтон контактировал с яблоком Эдема. А что сверх того, то домыслы. К тому же, судя по портрету, который Клей упоминал, дело было гораздо позже. Может, Коннор и вовсе был ни при чем. Точно не узнаешь. Придется подождать, что случится. Если случится... И каково было вернуться в Абстергу?
Не думал, что выберусь живым оттуда. Кросс очень вовремя подкосило. Если бы он не спятил, мне бы не жить. Он, наверное, так и не оправился. Ты о чем? Когда он к нам пришел, у него были симптомы просачивания. Смотреть страшно. Он то и дело проваливался туда, сам, без анимуса. Ну и припадки ярости бывали. Его у нас долго лечили. Мы думали, он себя контролирует. Но когда он вернулся к Абстерго, кто знает, что с ним там сделали. Я боюсь, как бы со мной такого не вышло. Он вырос в анимусе, Дезмонд. У него был явный передоз, и потом... Дэниел, бедняга. С тобой такого не будет. Мы не дадим. Когда все кончится, отправимся куда-нибудь. Устроим каникулы. Да. Звучит неплохо. Вы послушайте. Италия, Бразилия, Штаты. Все за пару недель. И он жалуется, что нигде не бывает. Серьезно, Шон? Нет, не серьезно. Сердишься? Поверь, никто так не хочет отпуска, как я. Вы хоть понимаете, каково это? Взламывать чужие базы данных с такой скоростью. Чем раньше закончим тут, тем скорее каникулы.